Забираем. Ой, блин, я спрыгнул. Эй, ты меня скинул, парень. Лезь давай. Он не прав. Чего? Он не прав. Блин, да тут все игроки не правы. Я вообще не знаю, как я до сих пор вот играю. Ой, блин, меня уронили. Черт. Сейчас я тебя спасу. Одноглазый врач идет на помощь. Блин, а я сейчас спаду. Знаешь, еще надо было мне этот халат надеть, оказывается. Чтобы... Я ничего не вижу. Ничего не вижу. Реанимируй. У меня дефибриллятор сдох. Подожди, это ты мертв? Нет, это не я. Ну, блин, я все равно... Блин, короче, я не вижу, сколько у меня патронов осталось. Я ничего не вижу в этой маске, господи. Это очень классно, надо в Dark Souls так поиграть, знаешь. Стой, я тебе броню почищу. Мне? Да. Где ты? Я здесь. Короче, в Dark Souls по-любому так играю. Потом. Потому что это просто, по-моему, лучший способ. Отлично, я всем починил броню, я мощняшка. Надо вспомнить какого-нибудь босса, у которого очень важно следить за его атаками, и вот... Его я тебе еще раз починил, видимо. Ничего, я не против. Спасибо тебе. Чего все говорят спасибо док, но никто не говорит спасибо Инж. Ну потому что тебя не уважают, а доктора уважают. Грустно. Блин, какой же босс такой хитрый, у которого... А, этих, знаешь, есть такой босс, эти, стражи руин, так их там трое, то есть, и вот в этой маске, когда ты никого не... А, черт, я мину поставил, включаю. А нормально, нам же ачивку... Ну не ачивку, а задание у нас есть. Она просто сейчас взорвется, она может меня убить. О, будет прикольно. Я тебя возражу, мне очки. Ах ты. Блин, почему я без дробовика хожу? Я же медик! Я двоих грохнул! Вот это я просто начальник. Ой, я ничего не вижу. А, блин, меня сейчас убьют. Патроны! А, у меня нет патронов на этот раз, я же медик. Мне так нравится дробовик. Я имею в виду, что у меня магазин закончился. Это чувак знает, что делать, молодец. О, это еще один. Жесть. Никогда не держишь, пока было двое. Да блин, ну... Блин, жесть. Блин, меня щит убил. Дерьмо меня убило. У тебя уронил щит? Да. Жесть. Давай, я тебе подснил броню. Этого парня не надо устанавливать, везет ему. А, кстати, на свою восстановите. Кстати, подлечи меня. Эй, меня кто-нибудь под... Вы чё все ушли-то без меня? Ну вы... Вот вы кидал. Вот я говорил вам, что вы мои братья, подсыки. А теперь всё. Упал. А я тебя не буду поднимать. Блин, ты проход загораживаешь. Не загораживай проход. Я бы тебя поднял, но... Ну, я сказал, что не буду тебя поднимать. Блин, гаси их там. В какой-то игре есть скилл, чтобы вот так, вот в лежащем состоянии подниматься. А, я сам могу встать, окей. А, это в Payday 2 там есть, с пистолета, если убил кого-то, тебя поднимают. Да, точно, именно там. А, да, но я его обычно не беру, потому что я обычно пистолет не ношу, как второе оружие. Чёрт, Джаггер. Я вижу. Ой, да, ой, кстати, ой, говоря, я не вижу абсолютно свою хп, и мне приходится очень... Знаешь, я вижу где-то... Вот я здесь расскажу, я вижу правый верхний угол экрана в этой маске, и все. То есть, ну не правый, а вот правую верхнюю половину экрана, и при этом я не вижу абсолютно свое хп. То есть, ну ты понял, да, как я вижу? Представь, что у меня... Представь, что у меня экран поделен по диагонали, и... Черт, а? Бейте его, кто там... Ой, мой бедный носик. О, блин, у меня есть это. У меня есть красная дымовая, я могу кинуть. Не надо ее кидать. Джаггернауту пофиг на дымовые, как бы. А я знаю. Ты остальным только помешаешь, потому что будет сложно прицелиться в эту дырку у него на спине. Это генератор. Да, мне пофиг. Генератор защитного поля. А, мне пофиг. Я хочу, чтобы... На самом деле, я не знаю, зачем ему... Нафига ему этот генератор? Давай, иди сюда. Ну, я так понимаю, он энергию для костюма вырабатывает, потому что костюм как бы громоздкий и... Иди сюда, я тебе броню установлю. Подлечи меня. Я не пойду к тебе. Нет, всё нам отсюда. Я пойду убивать Джаггернаута, потому что я, что? В отличие от вас, воюю с ним, а не сижу где-то сзади. Потому что я принимаю... Да. Я и домашку принимаю, и, короче, и убиваю. Блин, меня сейчас убьют. Вот, меня сейчас убьют. А, господи, меня убьют сейчас. Ну, так... Сдохнуть? Нет. Хотя... Я к вам бегу, да. Эй, ты куда побежал? Я ничего не говорил. А, это не сюда, а то тебя убью. Куда идти? Где ты? Все нормально, можешь идти. А, ты вылечил меня? Отлично. Я тебе восстановил броньку. Так, надо подсосать фраг сейчас будет. Подсосать фраг? Ну, понимаешь, это как бы... Я понимаю, да, но когда хорошие игры ты играешь, и там подсасывать фраги, это нехорошо, но мы играем не блин, совсем... Блин, мне патроны нужны. Мне нужны патроны. Ну я почти, ну господи, что я наделал, я был так... Мне стало 40 патронов, о, тебя убили. Да меня убили, да, F1. Медик! Медик!
Блин, патрона, патрона. А, нет, ну ничего не надо. Еще кто-то сдох. Жесть. Блин, ну зато тебе достанется джаггернаут, может быть. Я только что смог даже попить кофе в этой маске. Но... Кофе? Ты вроде чай ставишь. Ну я тебя обманул. Три патрона! Ну, чайник просто с водой, там нет чая. Три патрона, ё-моё! Три патрона, мочи ножом! Так, где там? Все, Асуна Киригая. Юкихира нам баба номер 2, так что пришло время Асуна Киригая. Ну, конечно, это я это уже слышал. Конечно, в принципе, Асуна Киригая, она не супер классная и вообще не очень. Но зайдет. Я имею в виду... Отлично, вы все-таки убили, дайте мне патрон. Это, нет, я имею в виду персонажа, да, я не про тебя. Дайте мне патрон, сволочи. Отлично, все, пошли. Потому что Асуна, она... Тебя восстановили, пошли. Я не знаю, она с рапирой играет, и кто вообще играет с рапирой? Блин, тут стекло непробиваемое. Тут непробиваемое стекло, что за бред? Это война, сынок. Тут везде непробиваемые стекла. Ой, я кого-то спас. Я тоже кого-то спас. Возможно, я спас тебя. Побежали, мы а ты меня. Спасибо. Знаешь, у Орл Сити, короче, есть песня про бога и что-то там You Say. Я забыл слова, но там очень классно. Классная песня, на самом деле, она очень крутая. Блин, всего лишь 9 врагов. И там музыка очень крутая, и там какая-то девчонка поет второй куплет. А ты слышал песню у Мандапони, короче? Я не слушаю Мандапони. Ах ты нехороший. Там по поводу выхода... Чуваки, тут парня надо восстановить. Я знаю, меня сейчас убьют скорее, чем я это сделаю. Ну, я это сделал, но я умер. Убьет, я пожертвовал своей жизнью ради кого? Ради Лёхи! Ты, пожалуйста, жизнь... Лёха! За напарник. Брат! Живи! Брат за брата. Знаешь, если мы эту миссию провалим? Так, за основу? Взято. Так-то. Брат за брата. Господи, я бы представить, кого-нибудь... Я бы представить, как они о тебе думают. Ну, они думают, что... Молодец, дал патрон, когда... Они думают, что тут, короче, сидит такой гопарь в Адике, а на самом деле тут сидит пацан в халате и в маске главного злодея... Ой, я тебе спойлернул, что это главный злодей. Главного злодея из аниме... Сколько лет Наруто? Он в 97-м году, кажется, начал выходить. Или это манга выходила в 97-м? Ну, короче говоря... Я в основном всем броньку. То есть они думают, что тут гопарь в Адике сидит такой, знаешь, с щемками. А на самом деле тут сидит... И зависло, как будто... А на самом деле тут сидит чувак, короче, в халате, который... Оу, блин. Который... Я не знаю, какой я, но, блин, я... Упоротый, наверное, и чаёк пью. Ну, я не чаёк пью. Зачем тебе кофе? Ты что, спать хочешь? Нет, я люблю кофе просто. Он горький, это приятно. Я он-то любишь чай, блин, я это уже говорил. Я и чай люблю, я все люблю. Я только люблю, когда без сахара. Не люблю с сахаром. Как? А, сейчас опять начнется этот ад. Да какой ад? Это просто мы тупим. Сейчас-то, понимаешь? Сейчас-то медик я, понимаешь? Поэтому вы сольетесь еще раньше. Да господи. Блин, эта маска, она слазит мне наверх. Я не знаю, как этой маской вообще можно жить. Ты вирусе, блин. Ты мне скажи, как я звучу вот у тебя в микрофоне, ну, то есть в наушниках, потому что... Если честно говоря, я сижу без наушников. А, окей. Окей, ну как я... А, подожди. Ну, ты ведь меня слышал. Все равно. Ну, я тебя слышу, а я просто... Ну, как я звучу? Я, наверное, звучу как... Я не знаю, как я звучу. Блин, умри уже. Как я звучу, скажи мне. Нормально. Блин, меня машина толкает. Меня взорвали снова. Блин, вот так вот, вот такой вот медик из меня, понимаете? Я первым... Тебе лучше штурмовиком играть. Я первым умер, блин. Тебе лучше штурмовиком играть, честное слово. Я лучше съем свою чипсинку. А лично я кого-то убил все-таки. Наверное, ты сейчас возродишься. Или нет, не знаю. Перед джиггернаутом по-любому возродишься. Я опять сдох после чекпоинта, понимаешь? То есть теперь вам все равно некоторые... Какого хрен ты вообще сдох? Да меня гранатометчик подбил из-за угла каким-то образом. У него, блин, пули какие-то трассирующие, я не знаю. Снаряды, то есть, не пули. Всем броню тут восстанавливать. О, отлично, надо тебе снять, о чем вообще? О, господи. Валим. Блин, знаешь, что самое фигово? У меня под этой маской еще и волос лез в глаза, и... В связи с этим у меня... Чуваки, мы в попе. В попе? Да. Ну, вы оказались в ней, как только я взял медика, потому что, как оказалось, я не сам... Надо убить его срочно. Постой, у вас что, еще один медик есть? Что у нас медик был? Почему он меня не возродил? Я не знаю, чувак, я сам в шоке. А, убийца мобов, ты сам моб. Ты сам моб. Себя убей. Жесть.
Блин, надеюсь, он не будет только меня сейчас стрелять. А лично он убит. Блин, мне сейчас опять патроны сдохнут. Я вообще не знаю по поводу мартузов, потому что, возможно, мартузы тоже клятву давали. Ты не знаешь? Нет. Ну, первый слышу, а блин. Ну мартузы это ребята с клювами, которые чумных людей вытаскивали из домов и сжигали. Ужас. В смысле? Не, вот только не надо, ты блин. На дне, а я на коне. Отлично. У всех броня, о нет, не у всех. Что он сказал мне, вот мне интересно. Можно отключить цензуру в чате, а? Можно вроде, хотя нет, не знаю. Да, по идее, о, тут можно, можно прицел поставить, нифига. Я правда ничего не вижу. Блин, это фиг повзёшь ему, если я ему прям в генератор, ему пофиг вообще. Не знаю, поставлю вот такой, мне всегда нравится прицел с треугольничками. Вот, не знаю, треугольничком, серьёзно, кстати, треугольничком. У меня тоже треугольничек, но похож на знак радиационной опасности. Общение, блин. О, как я ему... Блин, у меня патроны кончились. Чёрт. У меня патроны нафиг. А я могу, интересно, голосовой чат писать? Можешь. Так, надо поставить, как это будет слышно в скайпе. Блин, ну чё, полка... У тебя просто двоится будет, у нас так в КС было, когда... Ну, у тебя и у Ильи у меня двоилось, это вам-то норм было вроде бы. А вот у меня всё двоилось. Эй, меня не резали перед Джаггернаутом. Ты только сейчас это узнал? Понял, то есть? Просто понимаешь, я дезориентирован. Я смотрю на ваш бой через такую маленькую дырочку. Эта блин, дырочка... я задолбался. У тебя есть баночка со штрихом? Ну, замазывать ошибки, знаешь? Я давал ему в щи. А? Я ему в щи надавал. Нет, я у тебя спрашиваю. Я тебе вопрос задал. У тебя баночка со штрихом есть? Так, погоди, мне не до этого, честно говоря. Просто скажи, да или нет. Чего? Баночка со штрихом. Со шпиком? Штрихом. Штрих. Нет. Жидкость для коррекции. Ну там, если, ну, замазывает белым цветом. Все, пошел дальше его крутить. Вот так эта дырочка, она меньше, чем днище вот этой баночки. Где? Блин, так. Я эту маску еще неправильно. Я не то чтобы ее неправильно надел, я не могу ее правильно надеть. Еще резинка ухо режет. Отлично, вот. Режем. Да, режьте! Так. Давайте, пацаны! Блин! Давайте, мочите его! Давайте, пацаны! Фраера валите! А. Я просто вспомнил сталкера. Фраера, честно говоря, не знаю. А, да сталкеры так эти бандиты кричали. Типа, вали фраера! Вот так они кричали. Ей. Там, кстати, персонаж был еще ну не NPC, он тоже был бандитом, фраер, у него вроде какой-то ключ был. Блин. Он еще в плаще был. Я хреновый крутитель Джаггера. А, но, возможно, ты отличный крутитель обруча. Ты когда не крутил обруч? Нет. Ну, не попробуешь, не узнаешь. Возможно, это твоя кьюти марка. Кьюти марка. Я мне отказался. Твайлайт Спаркл. Где твои крылья? Убили, меня выпустили до того, как у меня появились крылья Дэши. Как? О, вы начали уже? Я играл с Пони. Да, подождайте, давай, побежали. Вот вас сейчас только что ракетисты прилетел, а я туда не пойду просто. А, убийца мобов. Я не буду его возрождать. Дай мне хп. Ха-ха-ха, о. Дай мне хп. Блин, я не вижу тебя. Я не... Я... Это ты? Что за дубы вообще? Блин, так там гранатометчик, почему они не убивают? А это я. А. Ага. Я... Однажды я шел и увидел себя, идущего впереди... Блин, там гранатометчик. Но ведь единственный я, это я. Ну... Действительно. Нет, ты просто играл... Ой, ну, играть-то не играл, это на PS4. Видел тизер нового Silent Hill? Нет. Там с этого начинается, типа, я шоу. Нафиг надо, Илья? Нафиг надо, Денис, я не любитель Silent Hill. Блин, я обожаю. Silent Hill, это, наверное, моя любимая игра франшиза. Вот у кого-то Final Fantasy... Блин, ты не убегай от меня, пожалуйста, я же медик, я умру. Я здесь. Понимаешь, ты... Чувак, инженер... ты легко изучили, беги вперед, мы сдохнем. Там гранатометчик, блин. Просто не беги, это чертовски хреновая идея. Нам все равно придется там подорвать, так слушай, гранатометчик сразу. Давай, давайте броню установим. Так, а там чё, чувак на башне с пулеметом, я не вижу отсюда. Аккуратно, не беги вперед, ты сам тут. Да-да-да-да, там сидит один. Я один не вижу, блин. Где там? Какого? Он исчез? Я не вижу гранатометчика. Да, там стоял враг, он просто исчез. Где гранатометчик? Блин, я не понял, откуда он потес... Он чё из... Это само солнце по тебе стреляет, похоже. Сам а, бог стреляет, кстати, в тебя. Ладно, окей, у нас типа закат. Ракет. Только побежал вперед, так как... А, все, я понял где. Не беги ты вперед, блин.
Там, короче, да, на крыше гранатометчик, но его невозможно снять. А у меня 3 патрона на пистолете, вау. И дробовик. Да. То есть, ну ты понял, да, что мы в у нас проблемы? А какого... А что надо делать-то с этой хренью? Не о, знаю, что подожди, машина должна сама доехать и... Опа, подожди. Нет, тут гранатомет просто нафиг лежит. А что я должен сделать, подожди? Блин, возврати меня срочно. Беги ко мне только, пожалуйста. Ах ты. Я уже умер, возврати меня, быстро. Подожди. 7 секунд, 6, 5. Да я вижу, только всё, давай, лечи меня. Подожди, у меня... Чёрт. Больно же. У меня не восстановлено. Так, давай я сам подлечу, потому что я важнее как-то, по-моему. Да, я себе броню восстановил. Ага, там ворот нужно открыть. Сейчас я сбегаю, подожди. Давай, давай, быстрее. Потому что я буду все... Сейчас у меня хпшка... Ну, это, очки, аптечки восстановятся, я сбегаю. Ой, блин, я не сдох, какой фига. А где гранатомет? Кого, чёрт? Все, ворота открылись. Молодец. Вот это я понимаю, команда, работа, teamwork. Понимаете? Teamwork, так вот, да, играйте всегда. Я ж опять сдох им, нафиг. Блин, убей их. Ой, я тебе в голову выстрелил. Вот тут. Убей, вот смотри, я тебе помню, что я тебе говорил о главном правиле Warface. Warface постоянно за углом какая-нибудь тварь сидит. С дробовиком. То есть это единственное, чем может напугать нас Warface. Куда мне нужно выстрелить? Подожди. Я не понимаю. Что мы делаем, когда стреляем с гранатомета? Мы стреляем по башне? Я не знаю, чувак, честно. По мне, а, я понял, по пулеметчикам, по пулеметчикам. Блин, меня отшатнуло, я не выстрелил нормально. Молодец, слушай, ты взорвал. Я взорвал его? Да, ты. Меня отшатнуло, у меня прицел вообще вправо был. Окей, подожди, взорвал, сейчас я сбегу, подожди. Что будем сейчас четко делать? Четко? Давай, давай, закладывай. Как настоящий пост. Ну, не беги вперед, там куча. Я не бегу вперед, понимаешь? Я заложил, отбежал, подождал, пока аптечка отрегенится, если меня отняли. Я-то, блин, не дурачок, я аккуратный. Но у меня только 3 патрона. У меня 39 на пистолете-пулемете. Окей, будем карать пистолета. А, но у меня 3 патрона, и я и стальное оружие дробовик как-то, понимаешь? Не особо хорошо. Хотя, подожди, у меня ведь есть коллиматорный прицел. Все, теперь я смогу как снайпер бить. Пау! Пау! Оп! А, красиво он улетел, потом, молодец. Да, я такой. Блин, патроны нафиг. Патронов нет. Беги ко мне, пожалуйста. Не стой там. Блин, да, реально плохая идея, извини. Ну как дело дряни? Я патроны профукал на пистолете. Нет, ну мне с дробовиком надо по-любому. Там еще кто-то есть, осторожно. Молодец. Не, пойдешь куда-то. Вот козлы, блин, стоят где-то, ныкаются постоянно. Не, интересно, за нами много людей смотрит. Ну, как бы все члены нашей команды, они все еще тут. Не, мне просто интересно, они не свалили? Нет, они тут. На тап нажми, они тут. А, окей, давай пошли дальше. Так осторожно, давай так потихонечку. Я вот сюда перебегу, если из-за угла кто-нибудь выйдет, я его грохну. Окей. Я просто жду контроль. Я просто стараюсь. Стой, броня. А, спасибо. Кстати, да. О, смотри, мы сейчас будем двигать. А, это наша машина. Ну. А, она застряла, офигеть! Капец! Какого фига? Блин, фигня какая-то. Офигеть, вы толкнули нашу машинку. Блин, я бы ее толкнул в ад. О, блин, кто технику атакует? Газ! Газство! О, блин, я понял, отойди, я вижу. Отойди. Он на доме там стоит. Все, чувак, возрождение. О, да ладно, мы прошли! Мы. Это легкая миссия в Warface, да. Отлично. Сколько раз мы ее провалили? Два или три раза. Два или три раза. Господи. Ну все, это уже почти конец, мы почти дошли до того. Ладно, я очень это надеюсь. Да, я честно говорю. Ну, нет, мне кажется, ты врешь. Ты такой врум? Врум? Нажми на тап, там карта. Там карта справа. А, где карта? Я не вижу. Тап нажми. Я нажал, где карта? Справа, там такой большой кусок. Где? Ай, блин, больно. Какая карта? У нас есть карта? Подожди, мы играем во что-то? О, господи, все, взорвал ворот, по-моему. Да, бабу. А, это карта из Даши Следопыта. Чего? Она в рюкзачке. Чё? Подойди ко мне, мне нужен твой рюкзачок. Встань ко мне спиной. Эй, куда? У тебя нет рюкзачка? Вообще, да? Понимаешь, если у тебя нет рюкзачка, то у тебя нет жизни, понимаешь? Почему? Только люди, у которых есть рюкзачок. О, все, эвакуация, неужели не пошли? Все, эвакуация нахрен! Ой, все, можно я маску сниму, да? Можно мне маску снять, скажи мне? Снимай. Полезно. Мы прошли! Ох! Как хорошо! Затащили, чувак, у меня до сих пор болят ушки. Дайте броню починить. Да, давай. У меня максимальное количество очков, я первый. Вау, я все равно третий, хотя мы с тобой меньше тащили. Ну ладно. Ну да, наверное, до этого не особо тащил. Я всегда тащил.
Да, да. Мы затащили, чувак. Я такой! Почему он дает патроны только когда только Таню уже нафиг не нужны? Ну дай мне патрон. Ну все, пойдемте. Ну потому что он хочет очки на под конец миссии. Давайте заходим. Ну я в любом случае буду выше. Легкую миссию прошли, как цари. Как боги, чувак. Как я боги. Кину гранату нафиг, а он на себя не убит. Не, если сейчас убьешь, я не против. Я походу кину гранату за вертолет. Ну а Юкихира, конечно, все равно number one. Несмотря на то, что она намба 3, да, но я тут единственный негр, как бы. И если негр всего один, и он не первый, то это значит, что это расизм. Так что я все равно первый. Расизм. Да, это что вы все тут встали? Новое звание! Да! Поздравляю, мне дали 400 опыта, новое звание уже близко. Мне тоже. Ура! Ура!